Мы на месте. Мы приветствуем Наталью, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Натальи под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Натальи, находит все. Ее. Поехали. Без арахноид. Арахноид. И дракон. Какой? Кратный дракон. Считай цифры над головой. 9, 2, 41. 9, 2, 41. Снимаются все маски, голограммы, фантомы, все, кто в клетках предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Если дракон с кем-то связан, выстраиваю канал, притягиваю остальных ответственных. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ни с кем не связано. Хорошо, идем дальше. Все. Итак, у нас 3 канала без герцовка над головой. 8. 8-герцовый. Арахноид и красный дракон. Красный дракон, ты мешал развиваться Наталье. Ты перекрывал ей каналы. Ты делал невозможным то, что она начинает развивать свою осознанность, получая новые знания от нас. Он ей сны показывал. Картины. Какие? Да. И какие это сны были? Истории. Она вас предупреждала, что если я вас встречу, я вас всех уничтожу. Вы слышали эту фразу? 3 раза. Вы за шутку приняли, да? Мне эмоций много, нам это нравится. Эмоции — это то, чем можно руководить. Первое предупреждение. Ты не ответил на мой вопрос. Если ты будешь мне отвечать абстрактно, о чем тебе хочется, ни о чем я спрашиваю, я тебя просто сброшу в галактическое ядро, дракон. Проси. Повторяю второй раз свой вопрос. Нет, я пока не тебя не буду спрашивать, я подожду попозже. Сколько ты находился в его биополе? Я задам еще вопросы. 3 недели. 3 недели. То есть ты хочешь сказать, что ты не слышал предупреждения Натальи, то, что я приду и накажу вас, если я вас найду в ее биополе. Серьезно, не воспринял? Серьезно? Не воспринял? А как ты это воспринимаешь? Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Зачем так жестоко? Почему жестоко? Я просто серьезно не воспринимаю сейчас ты твои слова. Ты мне на голову давишь. Серьезно? А я серьезно не воспринимаю эти слова. Вот как теперь быть? Ты не воспринял мои слова и мои действия. Ты тоже не хочешь воспринимать, выключая печать. Дракон, я здесь не намерен с тобой шутить. И не намерен шутить ни с кем из всех, кто присутствует в этом биополе. Бес, как долго ты находился в биополе? Он не совсем в биополе. Он в доме. Ноги он ее связал черной ниткой. Да, без. На запястьях. И это значит, ты не в биополе, да? Не совсем, не всегда. Ну, а если я сейчас тебя ударю 100 тысяч герц и скажу, что я это не всегда хотел тебя ударить, как ты это воспримешь? Это другое. Почему это другое? Ты ей боль доставлял, я хочу тебе боль доставить, вернуть ее назад. Какие у тебя основания были после того, когда ты слышал, что я приду, не уйти? Я тебя предупреждал? Ты слышал ее слова? Ну, вышел, зашел. Много отлично. Эмоций, шебутная она. Хорошо, она-то шебутная. Но ты слышал мои слова? Слышал. И за это твои ты получаешь слова? Удар 100 тысяч герц. Хорошо, бес, я предупреждал. Уйти до того момента, когда я приду. Она говорила, придет Влад, сожгет вас всех. Хорошо, сегодня вы получите по полной программе. Сколько ты находился в ее биополе? И в квартире сколько ты находишься? В квартире всегда жил, порталы там везде. Время назови, сколько лет? 5. Хорошо, сколько ты лет, как долго эта нитка была на ее руках, когда ты ее накинул? На ноги. Какая цель Кормила была? Кормила она меня, привязал к себе ее. Какой энергией она тебя кормила? Мне что, вытягивать по тебе по слову или что, я не пойму? Или ты мне расскажешь, что ты сделал? Молочко наливала.
Это она тебе наливала молочка, да? Мне наливала. Есть еще нижний. Черт, есть. Это ты, значит, под домового косил там? Вернее, она думала, что ты домовой. И ты меня хочешь наказать за то, что она думала? Нет, я хотел тебе задать вопрос. Это она думала из-за тебя, что ты домовой? На меня думала, да. Хорошо. Я почему спрашиваю, кто из вас главный в квартире? Ты или черт? Почему? Потому что я хотел собрать весь негатив в этой квартире, отдать тому, кто там главный. Итак. Я главный. Хорошо, значит, ты со мной коммуницируешь, отвечаешь на все мои вопросы. Черт на побегушках. Хорошо. Он мучил попугая. Его энергия находится на попугае. Или твои? На нем нет энергии. Будем проверять. Хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Он отвечает? Да, неделю. 7 дней. Почему ты зашел из портала, выскочил? Увидел зачем? Энергию? Спустился. Понятно. Квартира-то не защищена. Хорошо. 3 недели, 7 дней, 5 лет. Бес, мы чистили. 5 лет в квартире. 5 лет в квартире. Кто, арахноид или бес? Бес. Бес, правильно. 5 лет в квартире. Поэтому мы его и не нашли в прошлый раз в биополе. Когда мы чистили Наталью, он не был привязан к ней. А нитку он накинул позже. Правильно, бес? Так и есть. Хорошо, ладно. Бес, скажи мне. Ножки привязал ей. Еще один вопрос. Лярвы есть в биополе, Наталья? Нет. Хорошо, поехали. И я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогены, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 100 раз. Вера, дракон одноглавый? Да. Угу. Меня просто напрягает немножко его высокий уровень. Итак, дракон, давай рассказывай, какие платы ты установил, что ты ей показывал. И с какой целью? Вот это, чтобы я понял. Энергии ангельские ворую. Воруешь ангельские энергии. Что ты ей транслировал через свои платы? Много чего, истории рассказывал, картинки показывал, фильмы. Она принимает все. Все. С благодарностью. То есть ты практически имел там свободный доступ и показывал ей, что она хотела, она во все верила, правильно? Да. И что, даже сомнений не было, что она общается с сущностью, с драконом? Нравится и мои, я качественно делаю. Я тебя услышал. Ревж закончился. Отлично. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Наталья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки. Хорошо. Кто еще в квартире находится? Бес, арахноид. Дракон, ты тоже находишься в квартире? Есть там твои платы? Нет. Хорошо. Только арахноид и бес? Арахноид и бес. Хорошо. Значит, арахноида и беса, после того, как мы сейчас чистку закончим, я отправлю, открою портал назад в дом. За это время арахноид соберет всю свою паутину, все свое потомство, проверит, чтобы ничего там не осталось. После этого я то же самое сделаю и бес, соберет все свое, что он оставил. Потом я приду, с бесом мы договорились, что мы делаем, и я всех проведу проверку, если все чисто, все уйдут на свою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Хорошо. Реверс закончился? Закончился. Хорошо, я прошу беса выйти и собрать все, что он оставил в биополе Натали. Выходи. Разматывает ноги. Как воздействовало на нее это связывание ног? Это нитка зуд. Твоя? У нее зудило в ногах, да? И как это влияло? Она не могла спать, она не могла концентрироваться? Или как это? Это было в определенное время? Или это было, когда ты захотел? А он больше дергал за эту веревку, чем заходил. Напоминал о себе. А, понятно. То есть нет-нет, и потом раз, и такой срыв, да, получается? Эмоциональный. Напоминал о себе. По первому зову бежала она.
Что значит по первому зову я должен понять эту ситуацию? Ты ее провоцировал на какие-то ситуации, она поддавалась этому? Или как это было? Кормила меня. Разговаривала со мной. Ух ты, хорошо, Наталья с бесами умеет разговаривать, я и не знал. Вернее, она-то, ты ее слышал, но она тебя нет, да? Когда ты ей отвечал, или она тебя тоже слышала? Подкидывала идею? Видела. Хорошо, Наталья, сделай. Там в другом виде. А кем ты ей пристала, расскажи мне. Энергией. Да ты что, ты святым себя показал или кем-то таким, расскажи. Просто интересно. Энергии прозрачной. И она тебя увидела и подумала, что это что-то другое, правильно? Добрый домовой. Добрый домовой, отлично. Он все забрал? Развязал, да. Хорошо, арахноид, выходи. Вытаскивай всю свою паутину, всю свою жидкость откачивай, чтобы никаких следов твоих не было, приступай. И докладывай мне готовности к проверке. Иголки он достает. Он с таким звоном их вытаскивает. Дзинь. Вот так они вот, да? Напряжены, да, достает, и они звенят. Хорошо, арахноид, эти иголки, это что, головная боль, мигрень, что это такое? Объясни мне. Головная боль. Значит, ты был ответственен за эту головную боль, которая ее мучила последние... Собирал он фиолетовый поток. Скажи, арахноид, что бы тебе помешало войти в ее биополе? Что нужно сделать Наталье, чтобы избежать твоей подключки? Он не может выразить, он показывает. Ну хорошо, пиши. Какой совет можно дать Наталье, чтобы избежать твоей подключки? Доверяет она очень много. То есть она не смыслит критически, да? Не мыслит критически. Не подвергает сомнению то, что она видит. Он это хотел сказать? Да. Хорошо, ждем, пока он все уберет. Все снял. Хорошо, красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, все, что ты оставил в ней, и ответь мне на тот же самый вопрос, что нужно было сделать Наталье, чтобы ты не вошел, чтобы подключка не произошла с тобой. Куда бы ты ни вошел, вот мне интересно просто узнать, какой совет ты ей дашь? Суетиться намного. Что значит переживает. Суета? Подожди, давай разберемся со словом суета. Суета происходит тогда, когда человек или куда-то опаздывает, или не знает, что он делает. Или не уверен в том, что он делает. Что именно? Какая именно суета? Там наоборот, уверенность через край. Ответственность за всех. На себя возлагать такой груз, ответственность за всех. Потому что у каждого своя программа, и человек больше нанесет вреда, конечно, и себе, и окружающим, если он будет в это вникать глубоко. Но опять-таки... Даже за беса взяла ответственность, подкармливать начала. Это было смешно. Благодарю тебя, дракон, за эти прямые слова. Хорошо, мне понятно. И скажи мне, пожалуйста, как бы ты, что ей надо, какую... защиту поставить, чтобы ты видел, что в нее не стоит входить. Или ты видишь ее осознанность, или ты видишь ее энергию. Объясни мне, что бы тебя остановило, скажем так? У нее есть оболочка, но нет внутреннего стержня. Есть оболочка, но нет внутреннего стержня. Понятно. То есть она не осознает, что вся энергия идет из ее стержня, и оболочка – это побочный второстепенный такой фактор, а самое главное – чувствовать этот стержень в себе. Ты это хотел сказать? Оболочка, она временная и может Конечно. Быть разрушена любой эмоцией. А внутренний стержень, он упругий. Это и есть ваше намерение. Понятно. Она не прочувствовала его. Понятно. Благодарю тебя за это объяснение. Он все снял, Вера? 6 секунд. Делает свои ритуалы. Что за ритуалы? Объясни мне, пожалуйста. И как они имеют с тобой что-то общее? Делает свои ритуалы, но сама не до конца понимает, как и зачем. Он имеет в виду закачки энергиями. Ага. То есть, получается, она закачивает энергиями, но не понимает, что именно. Назови этот важный пункт. Она дает себе команды. То есть, намерение у нее слабое. Ты это хотел сказать?
Нет, не это. Она не сильная и не слабая. Она не до конца понимает, что это, как оно работает. Много общих фраз, но знаний нет. Ты имеешь в виду фундаментальных твердых знаний, представления, визуализации? Визуализации, вибрации, энергии – это всего лишь слова. Они не работают без намерения и четкого представления своих действий. Благодарю тебя за этот ответ. Меня он вполне устраивает. Хорошо, Вера. Итак, у нас все достали, да? Да. Скажи, дракон, а сколько тебе лет? 9241 уровень. Это сколько у тебя в человеческих годах приблизительно, ты знаешь? По нашей шкале. Не знаешь? Нет, может, пару тысяч. Ну, вот где-то 350 уровень, это у нас 50-60 лет. То есть, да, скорее всего, ты даже старше. Бес, скажи мне, какие энергии негативные на твоей чистоте тебя в ней прельщали или притягивают? Почему? Потому что я могу сейчас эти энергии вытащить и отдать тебе в дорогу, когда я тебя буду отпускать. Если ты мне назовешь эти пороки, если ты назовешь мне эти энергии, я могу их вытащить. Ну, подожди, с нее, во-первых, вышли, шар вышел. Большой? Да, большой, потому что там он такой прозрачный, вот эти энергии разные, которые сразу были вокруг нее, она себя окружает этими энергиями. Хорошо. Разделяю этот шар на два шара. Один космический, один темный, низковибрационный. Один, два, три. Он больше космических разделился. Хорошо. Космические, значит, никому не нужны. Мы тогда их удалим. Один, два, три. Открывается портал в галактическое ядро. Космический уходит на переработку. Темный, низковибрационный забираешь бес? Или скину? Забирает. Отправляю бесу. Включаю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Сканер сканирует. Удаляет малейшие наночастицы на месте, если что-то крупное было забыто или оставленное. Маячки пошли красные мигать. Пошел процесс. Чисто. Отлично, все прошли проверку. Хорошо, буду тогда отпускать. Подхожу сейчас к Наталье, кладу руки на плечи, помогаю ей, моей энергии, сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Бес арахнует. Я сейчас вас отправлю в дом и дальше, как договорились. Все понятно? Да. Открывается портал в дом Натальи. Один, два, три. И бес, и арахнует уходит в этот портал и дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Красный дракон остался. Красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше в это биополе не войдешь. А я дам свое слово. Меня удивляет просто, почему из всех космических цивилизаций, с которыми мы встречались, только у красных драконов они так трепетно воспринимают, когда они дают слово синего или красного, или другого дракона. У других цивилизаций, например, Нарушить гуманоидов, нельзя. например, у гуманоидов, ящеров, вы же с ящерами имеете какое-то общее что-то? Или у вас совсем абсолютно другая цивилизация? У ящеров такого нет, у рептилоидов такого нет, у греев такого нет, у гуманоидов тоже такого нет. Вот только у вас есть вот эта черта. Она меня немного восхищает, честно говоря, потому что я удивлен, что слово для вашей цивилизации имеет такое важное значение. Значит, вы придерживаетесь каких-то правил в большинстве Это своих. не слово, это мораль. Вот. Это правильное слово, что ты сказала. Это мораль. Вот она присуща вашей цивилизации, а вот Да. почему-то у других я не видел. Хорошо, Красный Дракон, было интересно с тобой общаться. Благодарю тебя за эти объяснения, которые ты мне дал. И прошу тебя больше тогда, как мы договорились, не возвращаться. Ты готов уходить на свою чистоту? Дай слово, готов уходить. Благодарю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Один, два, три. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово.
Хорошо, все. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую купину Натальи в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою, и отключаемся от объекта и переносись к входной двери дома Натальи. Один, два, три. Ты стоишь перед дверью. Да, я здесь.